Ситуацию в Сирии обсудили сегодня по телефону глава российского МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри. Они выразили удовлетворение работой по линии военных ведомств двух стран в том, что касается согласования мер безопасности при полетах боевой авиации в Сирии. В сообщении, размещенном на сайте российского министерства иностранных дел, сказано, что Лавров и Керри условились продолжать контакты по различным аспектам сирийского урегулирования.